Ball. Настройка бетера прошла. Отругал. Потом подумал, что нет, все нельзя. Надо какие-то жнибить. Сейф на первой. Чуть-чуть защита. Непривычно играть еще на травяном поле защите, потому что мяч совершенно по-разному себя ведет. Теряет скорость и никаких отскоков. Так, у нас занята первая база. Бола. Три бола. Третья занята. Один гол, ноль страйков. Это страйк был, да. Один гол, два страйка. Страйк-аут есть. Первый пошел. Один аут, играем один, смотрим базу. Страйк хороший. Что не запустили, но полный квадрат. Лобанов был готов ловить игрока на третьей базе, но никого не было на третьей базе. Тупо не подстраховали. Даже не подстраховали, а не заняли. Так, имеем полный квадрат. Один аут. Страйк. И
еще один момент. Он поставил бант на двух страйках. Разве можно ставить? Да не, ну что это там на первой базе? На первой базе творится что-то непонятное. Причем и у нас, и у Ровно. Вываливается мяч из рук и попадает в ловушку. Занесли 2 очка. Ровно там пыталась. Один гол, один страйк. Второй страйк, хорош. Один гол, два страйка. Хорош, аут. 2 аута. Да, нужно реабилитировать первую базу. Соня на первой базе. Страйк, хорош. Хорош, страйк 2. Третий ининг вверх, наша защита. Два аута, занесли 2 очка, счет, по-моему, 2, может быть и больше, я сейчас не уверен. Тогда счет 6-4, не в нашу пользу.